Всем привет! Меня зовут Лиза. Я владелица этой замечательной принцессы, немножко хулиганки, Шармель Голд. Зовут ее Бетта. Сегодня хочу поделиться с вами впечатлениями о питомнике Шармель Голд и рассказать, как проходил наш выбор и приобретение щенка. Питомник Шармель Голд я нашла в Инстаграме просто по поиску. И меня сразу поразило огромное количество фотографий, видео на странице и большое количество отметок разных владельцев собак. Это сразу говорит о том, что очень много положительных отзывов и очень много довольных хозяев. После долгих раздумий я решилась написать Наталье WhatsApp. Она прислала море фотографий щеночков, их родителей, рассказала, как важно, какие родители, что это важно для здоровья щенка. Мы с мужем посоветовались и решили поехать смотреть щенка. Когда мы приехали в питомник, нас очень тепло встретила Элина, очень уютно было. Познакомила нас со всеми собаками, мы погладили всех взрослых собак, и ретриверов, и лабрадоров. Потом нам показали наших щенят. Мы выбрали вот эту замечательную девочку, которая нам больше всех понравилась. Она была самая маленькая и тихая, но теперь она, по-моему, очень толстая и громкая. В питомнике нас проконсультировали по поводу прививок. Сказали, где можно сделать, когда нужно это делать, что у нас будет паспорт, что все будут отметочки там, когда можно гулять, как ухаживать. Вообще все рассказали. Вообще там было очень уютно. Давали держать нашу малышку на руках, гладить. И потом, когда мы уехали, мы очень скучали и хотели поскорее забрать ее домой. Я долго готовилась к покупке щенка. Нам все написали, что нужно обязательно купить. Какие игрушки, вольеры, поилки, лекарства. Наталья дала контакты и ветеринара, и кинолога. Сказала, что можно позвонить по любому поводу, все узнать, если какие-то проблемы или вопросы. Поэтому я хочу сказать большое спасибо питомнику Шармель Голд за то, что они подарили мне такого замечательного друга, подружку, дочку такую хорошую, красивую. И мы очень счастливы и будем продолжать обязательно общаться, может быть, у нас появятся какие-то новые друзья, поэтому спасибо, Шармель Голд. Мы всех любим, по всем скучаем, очень много спим, веселимся, играем, бегаем по всей квартире и чуть-чуть учим команды. Мы с Беттой передаем большой привет всем заводчикам Шармель Голд, всем хозяевам, всем будущим хозяевам и желаем всем хороших щеняток. И настроение. Всем пока!